Всем-всем-всем, сальмочки, братанчики, принцессочки, всем большой салем. С вами ваш Кумыс, как говорится, здесь кто-то не томится. Не забываем подписаться на канал, прожимать лайкосики и колокольчики. Ну что, ребята, тут решил я вам показать, как я отыгрываю соло против сквадов. Вот, вас всех приветствует Кумыс. Сегодня поиграем соло против сквадов. Сегодня наша задача залутать как можно больше шмоток. Так как мы играем в соло режиме, торопиться, естественно, файт их мы не будем. Будем аккуратно. Постепенно, по одному, каждого выкорчевывать. Так, здесь перед нами спаун, как вы знаете. Я здесь смотрю, здесь никого нету. Вот, здесь походу никого нет. Я думаю, они побежали в сторону КЗшечки лутать радеечку. Поэтому мы сейчас пойдем осмотрим ту дефолтную позицию, где ребята возле тарзанки файтятся. Обычно с той горы они туда поджимаются. Здесь сейчас посмотрим, бывает еще и к дому сюда подходят, мало ли. Так, сейчас я прицел поставлю. Тепловизор. Пока никого, ребята, не вижу. Подожму сейчас дальше. К туннельной крыше. И там посмотрим. Здесь пока никто к этой стороне не идет. Значит, скорее всего, они на той стороне файтятся. Так. Никого не вижу. Сейчас теплак поставлю. Что-то с шестеркой плохо видно. Чисто, чисто. Никого нету. Хотя... А, есть контакт. Есть один у нас человек. Сейчас шестерочку поставим. Оп, айда сюда, дорогой. Есть, ну, там, где не бывает. Отлично. 8 очков, Мишаня. Сори, бро. Надо сразу позицию, ребята, играть. Именно меня тебе хотел сказать, когда играете соло против скадов. Дали ног с добилом. Сразу нужно менять позицию, потому что по вам есть инфа уже. Именно от той позиции, откуда вы зажимали. И надо, ребят, сразу менять. Я здесь чекаю, никого вроде бы нету. Хочу уйти на ту горочку стандартную. Оттуда там и больше видно будет. Сейчас проверю, там людей нету. Давайте туда перейдем. Минус один мы уже оформили. Хочу ту позицию занять и в тыл к ним зайти и порастреливать их. Скорее всего, наверное, там один сквад остался. Если они там либо файтятся, либо закрыли. Одного я у них уже закрыл. То есть, по мне, информация по-любому есть. И меня кто-то по-любому будет чекать. Так, надо сначала этот камень чекнуть. Вроде чисто никого нету. Скорее всего, данный рез пошел туда. В сторону всех складов файтится. И сейчас мы подсосемся к ним. Есть контакт, есть зажимы. Здесь пока у нас никого нет. Наверное, дальше пробежать надо. Блин, тоже нельзя тормозить, надо быстрее бежать. Я сейчас проторможу, они просто уйдут в сторону радейки. Наша задача их не отпустить. Ой-ой-ой-ой-ой, там нормально, такие ребята файтятся. Жаришка такая неплохая идет. Так, сейчас кнопочку поменяю чуть-чуть. А то как-то неудобно бежать. Есть-есть-есть-есть контакт, надо подсосаться. Так, я хочу камушек занять, и от этого камня... Опа, есть контакт, минус надо делать. Добив. Ой-ой-ой-ой, блин. Давай-давай-давай. Ой-ой-ой-ой, мансить надо за камушек. Блин, камушек хреновый. За этим камушком, ребят, если вы уходите, старайтесь здесь долго не оставаться, потому что этот камушек можно закрутить и закрыть. Сейчас я дыму сюда закину, чтобы мне в тыл не зашли быстрее. Надо на самом деле позицию менять. Это очень плохой камушек. Я вам сейчас, ребят, покажу замечательный камень, если вы играете. Где вы можете спокойно сейвиться с обоих сторон. Очень жирный, красивый и вкусный камень есть. На вкус, конечно, я его не пробовал, но там можно, ребята, спокойно сейвиться. Так, сейчас пробежать надо. Мансим, мансим, мансим. Нет, не этот камень, если бы вы о нем подумали. Так, вроде чисто, надо дымы, наверное, еще закинуть. Все-таки здесь сквад. Зажим с любой стороны может быть. Это тоже плохой камушек. Здесь старайтесь тоже надолго не оставаться. Такс. Вот он, ребят. Вот он, самый лучший камень, я вам говорю. Самый крутой камень. Есть левый тип. Надо сжать. По мне тоже инфа есть. Ох, тебе, братан. Три головы, батон. Все, был батон, стал бутерброд, ёптать. Сори, батон. Тебе залетело три головушки. Блин, надо дальше менять позицию, сейчас обо мне инфа есть. Ребят, напишите в комментариях, кто считает, что этот камень действительно жирный, самый крутой камень. Очень удобный камень.
Стреляться можешь с разных сторон. Принимает ту сторону и другую сторону. Только нам надо, ребята, позицию быстрее менять. У меня сейчас проблемы будут, сейчас теплак. Вроде никого не видно тут, а. Чисто вроде бы. Ну чё? Хочу уйти на скалу. Хочу закрутить, потому что их, наверное, двое или один еще остался. Какой-нибудь, наверное, самый сильный игрок с их стороны остался. Самый мощный. Так сказать, босс данного склада. Ладно, пойду я. Сейчас побайчу, побайчу, мало ли. Не знаю, какое-то у меня предчувствие есть. Что-то может быть не так. Ну ладно, побежали. Была, не была. Оставаться тоже нельзя. Ой-о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 й
вижу. За камнем. Подстволочка есть. Так, сейчас главное, чтобы мне справа его тип не закрутил. Ну, в принципе, справа не закрутит. Здесь еще можно посмотреть. Здесь такая ложбинка в этом камне есть. Так, вроде нету ни по справа. Побайтить его надо и как-то его зажать. Желательно перестрелять. Так, он с другой стороны пикает. Смотрите, грамотный чувак. Ой-ой-ой. С ним шутки плохи. Нормально, достойный соперник этот подпался. Так, вот здесь можно поиграть. Ох ты. Цепанул. Ах ты. Фух, повезло. Тонкость свой. Ой-ой-ой-ой. Боже ты мой. Сколько у тебя подстволок? Зря я сюда перебежал. Чувствую, пахнет жареным. Ох ты. Мне еще чуть-чуть аптек осталось. Если он пару раз попадет, я отлечу. Я вообще без аптек. Так, бежать. Ух ты, пол хп снял. Да ёпара с этой ля, как он зажимает, ребят. У меня хп-то нету. Сейчас буду бегать от его подствола. Тормози, братан. Ой. Такс. Надо на другую сторону. Уходим. Оп. Надо сюда песенку добавить, ребят. Карусель, карусель, начинается день. Сколько у тебя подстволок? Так, у меня хп вообще нету. Так, с чем это делать будет? Ну я уже никуда не могу дернуться. Надеюсь, он последний остался. Видит он меня, по мне инфа есть. И за камень-то не уйти, мне 1-2 патрона, я в лобби уйду, поэтому рисковать не буду, буду до конца здесь сидеть. Надеюсь, у него подстволочки кончились. Блин, сложно, сложно, блин. С чего он? С гуся стреляет, понял, джишечки. Так, хаешку приготовлю на всякий пожарный, если будет подходить, буду хаешку закидывать. Ой, боже ты мой, мое хп. Ну все, ребят, я вообще не жилец. Мне хана, наверное. Если он сейчас еще одну подсолку закинет, то у меня будут огромные проблемы. Будет пахнуть лобби. Такс. Он, наверное, где-то поджался. Опа, рядом, рядом. За деревом, что ли? Скорее всего, да, за этим деревом сейчас. Отпугну его. Такс, ну где ты там? А, он за камнем вообще. Или ушел за камень? Так, ну мне сильно пикаться нельзя, рисковать нельзя, дымы закинул, пытается крутить. Эх, знал бы, что я всего на 1-2 выстрела, у меня было бы проблемы. Так, ну он пока мансит, он, наверное, будет сейчас крутить меня в разные стороны. Ну, мне дергаться точно нельзя. За деревом стоит. Походу, дерево просвечивает, он меня видит и прям точно меня стреляет. Можно было сказать, конечно, это читер, ВХ, но бывает, деревья некоторые там кусочки не прогружаются. Или он просто заранее дает. Прет. Ну и мне нельзя рисковать, у меня меньше половины хп. К сожалению, аптек нет, бустов нет, у меня вообще очень трудное положение. Походу он один остался, закрыл его троих типов. Они тех закрыли типов. Так, ну окей, надо камень занимать. Вот он, наш любимый камень. Скорее всего, он будет крутить. С этой стороны он пытался крутить, с этой стороны не получилось.
С точки зрения логики, он, скорее всего, будет с правой стороны закручивать, где камень. 100%. Надо смотреть туда, он уже там, наверное. Ай-яй-яй-яй, ёпты, да ты Усейн Болт, чё так-то быстро-то, на? Спидхак подрубил? Так, ну чё, сейчас надо пикаться, ребят, так, чтобы он не заметил. Огненные патроны поставил. Так, сейчас забайтим у него. Оп. Еще раз забайтим. Блин, надо его забайтить. Оп. И зажимать надо. Ооо, это была профессиональная работа. Рустем, спасибо за игру. Очень-очень-очень жесткий пацан попался, хорош. Сори, братан, у меня ни аптек, ни бинтов не было, поэтому мне нельзя было дергаться. Поэтому сорямба-морямба, сейчас я аптеку залутаю. Ё-моё. Если они там типов закрыли, там очень жирные пацанчики, по-любому. Там столько лута должно быть. Надо залутать того типа за камнем, того типа за деревом и возле тарзанки. Посмотрим, что сейчас получится. Вот так вот, ребята, можно в соло подсосаться. С тыла зайти и аккуратно их выкуривать. Конечно, в лоб бы я на четверых типов в соло режиме не пошел бы против сквада. Так, шлем кобра, ну неплохо. Так, шлем кобра заберем. Аптечки, бинты, бусты, жетончики. Походу, они какой-то сквад закрыли. Я думаю, можно еще поискать трупики. Еще что-нибудь такое угодное по-любому да упадет. Такс. Сейчас посмотрим. Что здесь у нас будет? Тут же тон, походу, его залутали. Ну, пока шлем кобра только у нас. О, бронежилет, есть халява. Тон жирненький, надо все раскидать. Хаешечки, молики, все повыкидывать, броню собрать. Так, шлем кобра есть. Обычные броники есть. Ой, тут какие обвесы печальники. Сейчас я пробегусь, посмотрю коробочки. Вот еще у нас тут есть трупик. Тут ничего нет, походу, они здесь очень жестко файтились. И мы тут, ребята, пока с вами халяву собираем. Вот таким образом можно, ребят, спокойненько зайти, постреляться, залутали. Пацаны, походу, им кашка упала. Эх, жаль. Обидно. Чаще залутаю за тем деревом возле тарзанки, который постоянно... О, тут еще два трупика. Так, тут его залутали. Здесь я тоже залутали. Пацаны так зарубились и неплохо. Пока я к ним подходил. Да, ребят, еще такая тема есть. Если у вас нету тиммейтов, вы можете перейти по ссылочке, закрепленной в комментарии. Есть в Телеграме, называется Кулиса Бот. Там можете найти себе тиммейтов. Так что переходите, подписывайтесь и... Опа, красный тип. Шлем и жетончик. Ну, неплохо так. Отыграли против сквада. Вот, переходите в описание, в закрепленном комментарии. Так, тут у нас флайерку вызвали на радейке. Так что, ребята, радейка у нас обломчик выходит. Поэтому, наверное, сразу на выход пойдем. Вот. Ну вот, отыграли соло против скадов. Ну, соло против скадов я по-другому не вижу так играть. Просто эти пуш, вы сами понимаете, вас закроют. Тем более, вы не знаете, где находятся соперники ваши. А так, если аккуратно подсосаться, по одному закрывать и менять место дислокации... Спокойно можно закрыть склад. Правда, это все затянется, конечно, но по-другому никак в соло против складов. Так что, ребят, такие вот у нас помидоры. Поднял два шлема, шлем кобру, шлем обычный и бронежилет обычный. Плюс еще, ребят, еще раз повторюсь. Кто хочет найти себе тиммейта по рангу, по возрасту, по полу даже можно найти. По КД. Переходите, ребят, закрепленную ссылочку в комментарии. Кулиса Бот называется Телеграм. И там спокойненько можете найти себе тиммейта. Тут у меня справа стрельба была. Надо быстрее выходить. До выхода 13 минут. Сейчас мы спокойненько сядем на тарзанку. Или не сядем? Нет, не сядем. Спокойненько пробежим. И уйдем на выход. Ну, 700 тысяч поднял. На самом деле немного я поднял. Ну так, по шмоту.
Если честно, два шлема и бронь, ну плюс еще шлем пятый с оцинковочкой. Вот, ну тут задача была вам показать, насколько я подниму, а задача была показать, как можно грамотно в соло против складов играть. Спокойно можно играть в соло против складов, если вы обладаете. Ой, заговорился. Хорошей игрой, хорошим девайсом и мозгами умными, то можно здесь, ребят, делать грязь и против склада. Тут главное не торопиться, запомните всегда. Когда играете в соло, не торопиться. Такс. Ну, сейчас спокойненько добегаем до выхода. И выходим в лобби. Да, ребят, если вам понравилось данное видео, вы хотите побольше видеть видосов соло против складов в более агрессивной манере, либо в более дерзкой манере, обязательно пишите в комментариях, делитесь с друзьями, какие еще хотите файты, более агрессивные против склада или наоборот более тактические. Обязательно пишите в комментариях, я прочитаю, даже отвечу. Вот. Ну все, ребята. Я надеюсь, вам понравилось видео. Так что не забывайте подписываться на канал, прожимать лайкосики и колокольчики. Также писать свои комментарии, чтобы вы еще хотели бы видеть соло против складов, какую игру вы бы хотели видеть. Тактическую, агрессивную или дефовую. Можем вам любую игру показать. Так что, ребят, пока я выхожу на выход, заранее с вами прощаюсь. Всем вам хорошего дня, хорошего вечера, хорошего утра. Увидим с вами на стриме. А здесь мы врубаем музычку. И всем пока-пока.